Всем привет! И ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно ли тебе что? Взять печеньки и готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. А мы продолжаем с тобой Обан, Звездные гонки, 22-я серия. И в этой серии мы узнаем, как же Молли, Джордан и их корабль, который уже, я даже не знаю, тот ли это тот самый корабль, который был из первой серии, спасутся из ямы, спасутся из дыры, из... пропасти, да? Соответственно, с помощью наших мистических существ, которые проживают на Обане. Возможно, они споют им серенаду, и Молли, и Джордан взлетят каким-нибудь магическим способом. Других способов я просто там не вижу, потому что корабль вдребезги, с ним уже не взлетишь. Я еще подумал, знаешь о чем? Если они будут возвращаться не одну серию, да, ну, на свой корабль, да, типа домой, то, возможно, они сейчас еще дополнительно профукают еще одну гонку. Возможно. И это будет вообще фатальная ошибка. Отец наконец понял, что я на самом деле его дочь Ева. Дон Вэй с трудом, но объяснил мне, почему он бросил меня после гибели мамы. И все-таки он меня бросил. Выиграть почетный приз – это единственный способ воссоединить нас и залечить всю эту боль. Ева! Во всяком случае, мы так думали. Saf, The World Productions, Energetics Europe. Совместно с Hell Filmmaker, Bandai Visual France 3 представляет. Обан. Звездные гонки. Автор идеи, сценарий и продюсер Севен Йитман Эйфель. Кайфуем на полную. Ностальгируем. Жизнь одна. Я бы сказала. Ну согласись, это прекрасный опенинг. Лучше, чем в «Черепашках», я считаю. Ну, мое мнение такое субъективное. Хорош. Ну, это лучше. Режиссеры Томас Ромейн, Севен Йитман Эйфель. Мне не нравятся эти сравнения. Откровение. А где вот счастливый, как Молли? Так все уже. Молли только и депрессирует все серии. Какая счастливая. Никогда не счастлива. Она, возможно... Я надеюсь, что она будет счастлива. Она не заслуживает такого. Да. Ты цел? Не знаю, но жив это точно. Я тоже. А если они в темноте, как они видят? Все в дребезги. Что с нами случилось, Молли? Вас оживили, получается. Другого варианта я не вижу, ребята. Вы, наверное, у вас была клиническая смерть. Никто не хочет их найти. Вы типа умерли, но решили возродиться. На них рисунки. А? Наш туннель есть, смотри. Угу. Эй! Здесь есть кто-нибудь? Такие вот прям вот земля, и вот здесь прям между, получается, землей вот этой вот, ну не знаю, как это назвать. Короче, вот колонны. Колонны, и вот на них земля стоит, и получается вот это пространство. И оно такое, как будто это все выкапывали большие муравьи. Они себе туннели вот этих настроили. Вот у меня такое ощущение. Похоже, нет. Жаль, что мы не упали на тропический остров. Молли вызывает команду земли.
Поднимайтесь! Прием! Команда Земли, ответьте! Это команда Земли. Вы слышите? Коди, это ты? Ответь! Конечно, команда Земли что хочет сказать? Она хочет сказать и передать привет Зефиру. Хочет сказать спасибо за поддержку канала, за поддержку, за заказ данного проекта, за то, что помогаешь нам его посмотреть, так сказать, ускоряешь выход серии вообще вот этого всего. Поэтому мы говорим тебе спасибо. Говорят спасибо всем, кто тоже смотрит Обан. И, соответственно, передаем тебе большой пламенный привет. Привет, привет. Коди, ты меня слышишь? Джордан, что ты делаешь? Мы не собираемся тут поселяться. Откуда ты знаешь? Мы можем застрять здесь надолго, пока не прилетят нас спасать. Я, конечно, не пессимист, но я уверен, что они в этой пещере до такого возраста не доживут. Потому что организм не может жить без достаточного количества солнечного света. Здесь они не смогут найти нужное количество еды, воды, и полезных витаминов и минералов, чтобы прожить до такого возраста. Поэтому, ну, мой прям лучший диагноз, возможно, 2 года. Никто не хочет их найти, например, там, прилететь на техники место, такой нет. Разбились. Хотя, кстати, Дон Вэй может пойти к помощнику аватара, к нашему деду, и сказать: у нас там они потерялись внизу, не хочешь ли ты их спасти? Я уверен, ему найти их, вот, ну, щелчком вот так щелкнуть, он здесь окажется, их возьмет и обратно это телепортнет, и все, да? Он же там тоже суперсильный какой-то. Не нравится наш милый дом? О. Наш дом. Идем отсюда! Ты с ума сошла? Ты что? Мало ли что с нами может случиться. Вдруг нас съедят? О, ступеньки большие. Это... Здесь нас никогда не найдут. Лестница. Наш единственный шанс забраться на вершину этих каньонов. Тех существ. Надо торопиться. Ты старался. Интересно, а когда они вылезут, они третий раз корабль будут с нуля строить? Тебе действительно нужно тащить с собой все это? Мне кажется, Коди уже в этот момент такой, типа, без меня, ребята. С меня хватит, мне сверху очень не платят, ты просто, знаешь, выпрыгивай. Я терплю этого старика, который на фоне орёт непонятные имена разнообразные. Вы постоянно корабль ломаете. Ну. Он реально просто, знаешь, вот с этого яйца, на котором они летят, он просто такой выпрыгивает вниз камнем, и все, хватит с меня. Через несколько дней будешь меня благодарить, вот увидишь. О, жестко. Прикинь. Капец. Там еще ветра такие лютые. Ну, что дальше? Расправляем крылья и летим. У нас нет выбора. Нужно идти дальше, несмотря ни на что. Молли, не глупи. Еще можно вернуться назад. Там мы будем в безопасности. Там есть еда и вода. И мы друг у друга. Я не могу сдаваться. Я должна вернуться на гонку. Я должна получить почетный приз. Можно ползком? Ладно, ладно, не такое. Реально, я на четвереньках пошел. Успокойся, Джордан. Глубокий вдох. Улыбайся и думай о доме. Как бы на четвереньках оно как-то безопаснее. У тебя 4 опоры, как минимум. А если подует ветер, то ты можешь всегда обнять эту балку, и тебя не сдует, да? То есть как-то... Да, да. Зачем так идти рискованно? Что это такое, черт возьми? Молли, осторожно! Молли, побежал еще! А-а-а!
Еще и как-то упал правильно, прикинь. Ну, еще молодец. Ну все, она жизнь ему должна, я считаю. Большое спасибо, Джордан. Должна быть. Ну, слава богу, мы живы. Как же эти моментики ваши романтичные. Сейчас, да, жизнь спас. Да, это он тоже себя хорошо снимал. Мне показалось, что я что-то слышал. Как бы то ни было, связь не работает. Пробуйте еще. Вы не слышали? Я сказал, ищите их. Держись, Ева. Кстати, нормально, что они как вот идут, и у них лестницы появляются. Потому что могло же быть так, что они пришли, а там тупик. Или по камням каким-нибудь там, не знаю, лезть пришлось, а не по лестнице. Я устала. Когда кончится этот тоннель? Надо, надо подниматься, давайте. Жаль, что ты бросил рюкзак. У меня был выбор, либо спасать тебя, либо рюкзак. Я выбрал тебя. Извини. Давайте, ноги в руки, идем. Дома отдохнуть. Вон свет уже, все. Свет, Джордан. А вот знаешь, о чем еще подумал? Если даже они наверх поднимутся, то как они до своего яйца долетят? Они же все вот эти их дома. Ну не знаю, им бы кого-нибудь хотя бы найти. Ну тоже все там тусят на летающих кораблях. А, стой! Это же та площадка, нет где этого лура? Где Лура, моя или подушка? Не Лура. Су. Да, его здесь пусть за это съели. Портал был. Посмотри туда. Видишь большую лестницу? Мы почти пришли, Джордан. Если поспешим, успеем до заката. Сейчас, прикинь, активируют этот портал какой-нибудь. И спасут этого суба. Случайно хочу. Или сами попадут в ловушку. Скорее второй, мне кажется. Может, немного отдохнем? Я уже ног под собой не чувствую. Если мы сейчас остановимся, то потом уже не сдвинемся с места. Так загадочно нам это показывают, и не до конца вообще понятно, что происходит, да? А кто здесь? Ева. Клюны пошли. Ну, обезвоживание, усталость. Но это же невозможно. Дорогая, что случилось? У тебя такой усталый вид. Ты слишком много от себя требуешь. Тебе надо отдохнуть и заняться собой. Это в самом деле ты, мама? Молли?
Джордан? Джордан, мне надо тебе кое-что сказать, напарник. Мне кажется, то, что я хочу тебе сказать, уже очень давно. Ну, возможно, это все-таки место же такое. Магическое. Да, возможно, это силы того ворона, который запечатан, или что-то такое. Завеса какая-то. Что ж, говори. Ты мне очень нравишься, Джордан. С самого первого момента, как я тебя увидела. Ты серьезно? Вот здорово. Потрясающе. Я чувствую то же самое. Да подумай, это не она. Молли, я так счастлив. Типа сила в чем? В солнце? Пока из солнца работает магия? Джордан, что это за место? У меня, кажется, начались видения. Мы просто устали, голодные, хотим пить. Вот и все. Да пора идти по лестнице. Опять галлюцинации. Что им нужно? Лучше не выяснять. Ну еще призраки какие-то уже. Здоровые. Портал? Что? А это барьер? Это какое-то место силы каких-то страшных существ. Да вообще не так, они вообще непонятно, что это такое. Надеюсь, нам это раскроют. Или скажут, думайте сами. Это со злом дерется. Луч какой-то убивает каких-то. Мне это не нравится, Молли. Эти фрески меня пугают. Кстати, на фресках нарисованы такие же существа, которые были там призраками. То есть человечки какие-то, вот эти змеи. Символ Аватара. Если это его храм, то у нас есть надежда. Хотелось бы в это верить. Все такое магическое, такое что-то непонятное. Все, что вообще происходит? Другой мир как будто. Мы другой мультик как будто включили. Говори мне, что это тупик. После всего, что мы вынесли, не может быть. Я хочу домой! Нет, это портал. Не знаю, как тебе объяснить, Джордан, но я чувствую, что мы здесь не случайно. Да, чтобы умереть с голоду. Узнать.
отдавать почетный приз еще не пришло. Кто осмелился войти в храм сердца? Кто? Мы! Мы и команда Земли, финалисты большой гонки. Подожди, то есть они оказались сейчас там, где происходит вручение финального приза, когда заканчиваются гонки? То есть настолько этот храм был не защищен ничем и никем, просто можешь приходить такой. Ну я типа выиграл, вы как бы не думайте ничего, дайте я просто желание загадаю. Гонки на Обане! Отпустите нас! А вы? Кто вы? Мы? Это было так давно, мы едва помним. Мы те, кто начал, и те, кто закончит. Мы зыбкие тени некогда гордой и могущественной расы. Мы последние из творцов. Или то, что от них осталось. Вы так говорите, что ничего не понятно. Объясните! Мы не обязаны вам отвечать. Это за пределами вашего понимания. Может, все-таки попробуете? Ага. Хорошо. Вот наша история. Пойми нас, если сможешь. Давай откуда послушаем. Откуда мы появились, не так важно. Важно, что мы существовали. И с нашей помощью возник Обан. Обан — материнская планета. Источник неисчерпаемой энергии. Наш самый грандиозный проект. В ее утробе рождалась вся эта галактика. Планета за планетой. И каждая последующая была лучше предыдущей. Кратеры Обана, рассылающие семена планет в космос. Но с бессмертием приходит усталость. А с силой зависть. Среди нас нашлись те, кто захотел обладать властью над всеми. Союзы за и против привели к жестокой битве. Черная магия смешалась с белой. На волю выпустили слишком могущественные силы. Перед этим храмом в круге сердца развязалась жесточайшая битва всех времен. И что дальше? В мгновение наша могущественная цивилизация погибла. А с ней почти вся созданная нами галактика. Чтобы очистить себя от этого ужаса, мы, последние из выживших, отказались от нашего бессмертия. Мы решили, что следующим владыкой Обана со всей полнотой власти будет существо созданных нами планет. Обладатель железной воли и могучей силы. Он будет избираться каждые 10 тысяч лет. Во время самых опасных и непредсказуемых соревнований. Вот так появились большие гонки на Обане. Что значит выбирают владыку Обана? А? Это невозможно! Почетный приз нужен мне для моей мамы! Мы ответили на ваш вопрос. Теперь идите. Они? Ты что задумалась? Нет, я просто внимательно смотрю. Они, короче, взяли и сняли с себя всю ответственность. Они такие, мы, конечно, суперсильные, но что-то как-то это... Не хотим ничего принимать решений. Мы просто будем искать рандомного чувачка с наших планет, который просто будет управлять Обаном раз в 10 тысяч лет. Нам ответственность лишняя ни к чему. Нормально они придумали, да? Сами все подгадили, короче, какой-то устроили переворот, уничтожили галактику однажды уже. И такие, не, ответственность не наш конек, мы, конечно, бессмертные. А здесь все безответственно, ты видишь? Нет, не все, не буду так говорить. Дон Вэй и они. Все, это Дон Вэй и они. И, короче, и тоже интересно, они такие, будет правителем Обана просто тот, кто умеет гонять? Да. Тот, кто гонщик, тот и будет. То есть не проверяют ни ум, ни доброту, ни харизму, ни силу, а ничего. Зачем? Просто тот, кто умеет баранку крутить. Баранку крутишь, правителем планет становишься. Классно придумали. План, конечно, такой себе у них. Так нельзя!
Ну, интересно. Да? Прям замут совсем другой, на другом уровне. Я даже не знаю, что думать. Эти творцы, они были настоящие? Так получается, даже идея с главным призом о загадывании желаний — это фикция. То есть это кто-то пустил слух. Это просто мотивация. Да, все думают, загадаю желание, а на самом деле ты выигрываешь и просто становишься правителем Обана, и все, и ты привязан, получается, к месту. Тебе нужно следить за порядком, подписывать документы, платить налоги. Какие желания? Может быть, это просто еще одна галлюцинация? Слушай, портал. Может, это магические врата? А? Прошу тебя, давай уйдем отсюда. Джордан, мы не знаем, куда эти врата могут нас привести. Там может быть ловушка. Что-то еще хуже, чем здесь. Я голову просунь. Я все-таки рискну. Пока я с тобой, напарница, все будет замечательно. Да, ты настоящий друг, Джордан. Я доверюсь тебе. Рензо. Не важно, что мы там краснели друг напротив друга 5 минут назад. Мы друзья. Осторожно, Молли, не высовывайся. О, они у этого. У деда. Я же видела это раньше. Мы в тайных покоях Сатиса. Джордан, мы вернулись в летающий храм! Нормально, спаслись. Вот так и вот. И все? А чё, много чего произошло, серия вообще насыщенная была. Тут... А чё? Очень быстро. 27 минут. Очень быстро закончилась серия. Блин, серия вообще бомбическая. Гонки не было, ничего такого не было. Но она все равно интересная была очень. Полсерии они, конечно, ползли по этой лестнице, увидели что-то непонятное там, непонятное тут. А потом нам как бац, сюжеты вывалили просто. Мы узнали все секреты Обана. Кто правил, как создавался Обан, зачем, почему. Кто вообще, что получит тот, кто выиграет. Теперь понятно вроде бы как. Но они, конечно, безответственны тут создатели. Вот. Ну, была сильная, ой, темная сторона, была светлая сторона. Светлых понятно, а темная, что вот случилось? У них вот взрыв произошел. Светлая, как бы такие, мы отказываемся от силы, типа от бессмертия, мы тусим как пузырьки. А темная сторона, что случилось? Они что, уничтожились или что? Где? Вот тоже пока не дорассказали, я считаю. Не дорассказала. Вот, а серия вообще классная, вот тут прям... Я согласна, очень много всего узнали, очень много рассказали. Сюжет стал яснее гораздо. Вот эта вот половина с магическими вот этими. Серия просто, знаете, из разряда того, что мы посмотрели другой проект, как будто бы. Тут столько всего нового, интересного, непонятного, что ты прям вау. Ты вот... Мультик встал на другой этап. Вот на другую ступень он просто перешагнул сейчас смело. И это круто. Он растет. Очень круто. Почему его забросили и не сделали второй сезон, не понимаю. Ну ладно, лучше остановиться на хорошем первом, чем сделать второй беспонтовый, вот так скажу. Спасибо за просмотр. Обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серия, как тебе реакция. Залетай в Телеграм, у нас там общение, анонсы. Подписывайся на Бусти, ранний доступ, эксклюзивы. И увидимся с тобой в следующих сериях. Всем пока. Пока-пока.